Здравствуйте, я пастор Хиллари Уокер, и сегодня я расскажу о том, как принимать исцеление от Господа Иисуса. В 24 стихе 11 главы Евангелия от Марка Господь Иисус Христос сказал: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Мы видим настоящее и будущее время. Верьте, что получите все, что попросите, и будет вам. Нам, грешным людям, свойственно верить в этот Божий принцип, когда мы видим внешние доказательства. Но Христос говорит не об этом. Видите ли, все христиане хотят получить исцеление. Однако для обретения уверенности в том, что мы принимаем исцеление от Господа, когда молимся, нам нужно принять веру об исцелении из Божьего Слова. Сегодня я хочу поделиться с вами четырьмя основными важными шагами или принципами, которые нам нужно предпринять для получения исцеления, когда мы молимся. Нам нужно сделать четыре шага или принять четыре истины из Божьего Слова. Итак, первый — это знание Божьей воли. Нам необходимо знать о том, что исцеление — это воля Бога. Второй шаг имеет отношение к природе Бога. Бог любит нас и дает исцеление щедро. Он не скупой Бог, как его изображают. Он исцеляет, когда мы просим его об этом. Третий шаг — это Божий дар. Бог сходит на нас исцеляющей силой, когда мы просим Его об этом, хотя мы исцеляемся не всегда сразу. И четвертый шаг делает Бог, посылая в наши тела Его исцеляющую силу. У Бога есть пути исцеления, и основной — это возложение рук. Именно так я однажды получила от Бога чудесное исцеление. Возможно, кто-то из вас слышал мое свидетельство. Я отвергла христианство и отвернулась от своей веры. Я приняла учение движения «Новая эра», которое утверждает, Господь Иисус Христос был обычным человеком, как и мы. Они говорят, нам нужно пережить несколько реинкарнаций, и тогда мы станем как Иисус. Но это обман. Я сильно заболела. У меня был ревматоидный артрит, и я испытывала боль. Вы понимаете, если есть ежедневные улучшения, то боль можно вынести. Но как можно жить, когда твои силы тают? Ты не можешь питаться нормально, нарезать еду на куски и поднести чашку ко рту. Так твоя жизнь становится адом уже здесь, на земле. Разумеется, мы не знаем, сколь ужасен сам ад. Мой опыт, конечно же, не сравним с адскими мучениями. Господь был так добр ко мне, что Он отправил ко мне мою хорошую приятельницу, которая в прошлом ходила со мной на одну службу в одной из больниц Великобритании. Наша встреча с ней была неожиданной, и мне тогда было очень и очень плохо. Она справилась о моих делах, и я ответила честно, я не могу поднять руки. Она рассказала об исцеляющем евангелисте, который молился за нее. Дженни сказала, я исцелилась от шейного спондилеза. Я подумала, везет же таким, как она. Она сказала, приглашаю тебя на собрание. Это приглашение вылетело из моей головы, ведь бывает, что приглашают, и ты из вежливости соглашаешься нанести визит, но это лишь слова. Однажды вечером, когда за окном шел ливень, Дженни ждала, когда я присоединюсь к ней. Отец отказался отпускать меня. Завтра он сказал то же самое. Эти смекалистые христиане молились, чтобы отец отлучился. На третий день Дженни заявилась к нам, отодвинула мою маму в сторону и подошла ко мне. Она сказала, «Ты пойдешь со мной на собрание». В общем, когда я сидела в собрании, я злилась на слова проповедника, и я не поверила ему. Когда он заявил о книге жизни Агнца, я услышала о ней впервые, хотя мы приходили в церковь по воскресеньям. Тот смелый служитель Господа начал выступать против заболеваний, которые были у меня тогда.
Смотрите, я была неподходящей кандидатурой для принятия исцеления от Господа. Я была заносчивой и отреклась от Него. Люди сошли к церковному алтарю, а я не знала, зачем все это надо. Я оправдала себя тем, что пол был грязным. Чтобы исцелиться, не нужно быть совершенным. Однако необходимо отметить, что чудо было в том, что проповедник призвал нас к покаянию. Меня это впечатлило очень и очень сильно. Я подумала, если я не отзовусь на призыв, то умру от артрита очень быстро. От артрита не умирают в такие сроки. Но я поняла, надо идти к алтарю для молитвы. Этот благовестник посмотрел на меня своими красивыми глазами в мои глаза и сказал мне: «Бог спас вашу душу. Он исцелит вас. Вы верите в это?» Я промямлила «да». Он положил руку на мою голову. В ту секунду я ощутила просто дикую боль. И мне стало только хуже. Но потом случилось нечто чудесное. И вы понимаете, тогда я не испугалась и не упала духом. Неожиданно на голову сошла сила в виде света. Он проник через макушку и заполнил все тело, пропитав собой руки и ноги. Божественный свет достиг моих ступней. Вот так сила Бога прогнала боль. Когда сила достигла стоп, я чуть не упала. Я легла на грязный пол. Я была счастлива. Теперь я знала, что такое сила Бога. Эта божественная сила струилась по всему телу. Ведь боль пронизывала все его части. У меня болел не один какой-нибудь сустав, но болело все тело. Я не знаю, сколько времени я лежала. Евангелист помог мне подняться. Он сказал: «Теперь поднимите руки». Я подумала, он не знает, что мне это не под силу, они скованы. Но все-таки я решила послушаться. Потом я начала двигать руками. Я увидела божественный свет. Теперь я могла двигать и размахивать руками. До этого я была как скованная. Но теперь я выздоровела. Я исцелилась от макушки и до ступней. Теперь вы знаете то, как Господь исцеляет наши тела. Я сосредоточусь на вере в то, что мы получаем исцеление, даже если рядом нет благовестника, действующего в этом даре. Бог хочет исцелить нас в любом случае. Нам нужно получить откровение о Божьей воле на наше исцеление. Скажите: «Я знаю, Господь хочет исцелить меня». Порой мы считаем, что Он исцеляет всех, кроме нас. Но это благословение принадлежит и нам. Бог хочет исцелить вас. Все остальные шаги зависят от этого, поскольку если вы хотите сменить лампочку в люстре, вам понадобится вот такая стремянка. Вы видите последовательность шагов для достижения цели. Первый шаг — это познание воли Всевышнего, который хочет исцелить вас. Нам необходимо принять свое исцеление, поверив в Божье Слово. Это очень эффективно. Ведь независимо от обстоятельств и места заболевания или получения раны, в вашем сердце есть вера. Вам не требуется кто-то для молитвы. Всегда приятно, когда верующие молятся за тебя, и я прибегаю к их помощи. При этом хорошо знать о том, что врачующая сила Бога проникает в наше тело, когда мы сами молимся во имя Христа. Я слышала, как мои братья и сестры упрашивали Бога исцелить их так, словно они заставляли Его подчиниться. Это произошло до того, как я родилась свыше. Мы постоянно посещали хорошую церковь.
И я слышала, как народ умолял и заклинал Бога исцелить их. Я подумала, Бог скуп. Когда я была маленькой, моя мама навестила одного доброго пожилого джентльмена, у которого, к сожалению, была последняя стадия рака. Это был прекрасный образцовый христианин. После визита к нему мама сокрушалась. Он хороший. Несмотря на болезнь, он любит Бога, хотя верит, что Бог не хочет исцелить его. Он любит Бога. Так он говорил. Тогда мне было всего 8, и я не читала и не знала Святое Писание. Я подумала, «Ты серьезно? Это не похоже на любовь. Бог не хочет исцелить того, кого Он любит». Я всю жизнь жила с мыслью о несправедливом Боге, пока Бог не исцелил меня, хотя я не заслуживала этого. У меня была неприязнь. У нашего чудесного небесного Отца было полное право ответить, «Иди отсюда и не возвращайся, пока не изменишься, и тогда я исцелю тебя». Итак, моя жизнь была полным поражением, как в духовном, так и в физическом плане. Если Бог помиловал меня, то почему Он не помилует и вас? Я расскажу вам, как я изменилась и стала лучше по сравнению с прежней дурной Хиллари. Как сказано в Божьем Слове, мы исцеляемся и получаем здоровье только благодаря жертве и подвигу Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. В 53 главе книги пророка Исаии буквально написано, что мы исцелены из-за того, что Его бичевали. Слава Господу, что у нас в Англии нет бичевания, но нам известно, как римляне пытали жертв бичами. Я вспоминаю о том, как один выдающийся учитель Священного Писания рассказывал по одному из телевизионных каналов об этой античной экзекуции. Понимаете, это так ужасно, это жуткая пытка. Я раньше употребляла термин «плетка-девятихвостка». У хлыста было много ремней, на которые привязывали осколки стекла, кусочки металла, которые были почти как лезвие ножа. При ударе бичом эти острые фрагменты, эти острые куски разрезали мышцы жертвы, и кровь лилась из ран пытаемых. У тех жертв кровь текла даже из глаз. Это вселяет ужас. Многие умирали после этого. Евреи наказывали 39 плетьми, ведь большее число ударов приводило к смерти. У очень жестоких римлян не было таких ограничений. Наш Господь Иисус претерпел именно такую пытку. Вот каким стойким Он был. Большинство людей умирало прямо там, у столба. Но Он стремился прийти к кресту ради нас. Ради вас и меня. Вы видите, какую колоссальную цену Он заплатил за наше исцеление. Его бичевали, и кровь лилась из ран Господа Иисуса на землю. Он терпел это ради прощения и исцеления. Мы исцелены, потому что Его бичевали. Как я упоминала, согласно Писанию, Бог уже обеспечил нас исцелением. Поэтому не нужно уговаривать Бога исцелить нас, но нужно научиться принимать исцеление. Нам нужно достичь убежденности, что мы получаем просимое, когда молимся. Каждый из этих шагов включает в себя глубокую утвержденность в основном убеждении о благости Бога и о том, что Он открылся нам в Библии. Когда мы поверим в эти шаги, в душе рождается уверенность. Когда я молюсь Богу, я получаю просимое. Это, в свою очередь, наделяет нас уверенностью в том, что мы выздоровеем. Все так и будет. Например, мне известна библейская истина о том, что есть воля Господа на мое и ваше исцеление. Исцеление принадлежит мне благодаря крестной жертве Иисуса
Как я упоминала ранее в книге Исаии, написано о том, что мы исцелились Его ранами. В другом, буквальном переводе сказано, мы исцелились благодаря тому, что Его бичевали. Итак, в первом шаге мы без малейшего сомнения утверждаем истину о воле всемогущего Господа для нашего исцеления. В 24 стихе 11 главы Евангелия от Марка Иисус сказал, «Потому говорю вам». Здесь Бог говорит то, что Он имеет в виду. Послушайте. Драгоценный Иисус даровал нам Слово, и нам нужно поверить в Него. Он говорит нам о том, как принимать. Иисус сказал, «Все, что вы не пожелаете, это хорошо, что мы желаем». Исцеление. Бог уже обеспечил его для человечества. Снова повторим ключевой стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Приведу еще один пример о вере в то, что вы получаете просимое. Допустим, вы ожидаете чего-то. Это не связано с духовной сферой, но вы также не видите ожидаемое. Вы поверили обещанию. Подобным образом Господь обещает вам и мне, «Я исцелю тебя». Вы не способны увидеть, ощутить и попробовать его. Если вы поверили своему отцу, обещавшему подарить вам автомашину, то почему бы не поверить милостивому Богу, сказавшему «Я исцелю тебя»? Нам нужно поверить в то, что Господь может исцелить нас сегодня. Он не прекратил исцелять людей в наши дни, и Он будет исцелять всегда. Он хочет исцелять нас. Апостол Павел пишет, «И ищущим Его Он воздает». Нам не обойтись без двух первых шагов. Поверьте в то, что Бог исцеляет вас, когда вы просите об этом, молясь. Встаньте на Божье Слово, как на скалу. Стоя на этой скале, развивайтесь в доверии Господу. Это поможет вам принять Его истину, Его силу. Нередко принимая проявление исцеления, мы считаем, что мы исцелены, но это не всегда работает. Исцеляющая сила действует могущественно, и, возможно, мы не всегда ее чувствуем. И уж точно мы не видим ее. Порой кажется, что ничего не изменилось, но она действует. У меня есть пример, о котором мне напомнил Господь. Один раз мне посчастливилось сопровождать пастора Фреда Смита в служебной поездке в другой город. И вот что там произошло. Я увидела одну драгоценную сестру, которая с трудом ходила из-за избыточного веса. Удивительно то, что ей удалось добраться до скамьи с прихожанами. На ногах были наколенники, обеспечивающие защиту. У той женщины было две трости и два провожатых, два спутника-помощника, помогавших ей дойти до церковной скамьи. Бог благословил меня. Я наблюдала за тем, как пастор Фред Смит молился за эту несчастную даму. Он произнес простую молитву. Она не пришла к алтарю, как когда-то пришла я. И что же произошло? Эта сестра потеряла равновесие. И, опираясь на тех двоих, она села. Я подумала, наверное, она не исцелилась. Фред помолился за других. Потом позади нас из конца зала раздался визг. Та самая грузная женщина встала и пошла без костылей, без помощи двоих людей, сопровождавших ее. Та сестра махала костылями, она крикнула «Я исцелена!». Она вышла вперед, а потом обошла весь зал кругом. Тогда у меня захватило дух от увиденного. Когда эта женщина уходила от Фреда, мне казалось, что после молитвы ничего не произошло. Но ведь служитель Фред возлагал руки на нее, и позднее Божья целительная сила проникла в ее тело. Вот чем я хотела поделиться с вами. Многие христиане не исцеляются из-за того, что они зациклились
и сосредоточились на проблеме в области здоровья. Если вы все время думаете о своей болезни и боли, то я не осуждаю вас. Когда я испытывала сильную боль, я не могла думать ни о чем, кроме боли, своей слабости и о том, что я постепенно угасаю. Беда состоит в том, что мы не размышляем в такие моменты о Божьем Слове. Но именно Слово Божье есть лекарство для нас, которое нам необходимо принимать. У нас есть враг, который ненавидит, когда мы читаем Библию. Он сделает все, чтобы остановить нас, когда мы читаем Слово Божье и засыпаем при этом. Но засыпая при чтении, мы не увидим решения своей проблемы. Я снова и снова повторяю это. Поместите Божественное Слово в свое сердце. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Приходите к Богу, не сомневаясь. Приходите к Нему, веря, что вы получите просимое, и уже получаете. Если ты нуждаешься в исцелении, то погрузись в стихи из Божьего Слова, которые говорят об исцелении. У меня есть справочник, который называется «Симфония», и с помощью которого я нахожу стихи на тему исцеления. Выберите стихи, через которые Бог обращается к вам. Пусть они из вашего разума попадут в сердце. Мы верим не разумом, а сердцем. Я нарезала карточки и положила в карман. Когда я жду утром, пока сварится завтрак, я достаю стих и читаю его. Читайте вслух. Вы получаете то, что вы говорите. Произносимые нами слова обладают большой силой. Я говорила неправильные вещи и пожинала урожай неприятностей. Однажды мне было плохо, и я пришла на собрание. Одна сестра побудила меня поверить Господу в то, что я исцелена, что я и сделала. Она сказала: «Ты должна мне сказать, что тебе плохо». Я послушалась и сказала: «Мне плохо». Через минуту после этих слов я почувствовала себя еще хуже. И я уже не помню, как мне удалось доплестись до моего дома. Итак, наши слова производят некое действие. Говорите Божье Слово. Бог исцелил нас своими ранами. Я исцелена Его ранами. Говорите это часто. Иисус сам взял на Себя наши болезни и понес боль. Он сам взял на Себя мои болезни и понес мою боль. Дьявол ненавидит, когда мы постоянно повторяем и повторяем истину. Это приводит его в ярость. Истина обладает силой. Я знаю женщину, которая воодушевилась этим. Она не могла удерживать пищу в себе. Ей советовали говорить: «Когда я ем, пища остается во мне». Эта бедная женщина молилась, но ей не стало лучше. Пожалуйста, простите за натурализм и подробности. Когда ее тошнило, она говорила: «Когда я ем, пища остается во мне». Она говорила так каждый раз, когда принимала пищу. Она исповедовала это в течение 3 месяцев. Постепенно она стала насыщаться. Когда она увидела благовестника с даром исцелять, он не узнал ее. Она исцелилась. У нее был рак последней стадии, и ей оставалось жить 3 недели. Поймите, Библия эффективна. Исповедание наших уст также очень эффективно. Отец, я молюсь ради драгоценного имени Христа. Я молюсь за этих прекрасных людей, которые слушают эти слова сейчас. Пожалуйста, помоги им вспомнить о важности посева Божьего Слова в сердце. Помоги им помнить о том, что Ты любишь их. Ты любишь их пламенно. О, Бог Отец, Ты стремишься коснуться их тел своей целительной силой. Во имя Иисуса. Аминь.
Слава Богу. Итак, мы знаем о том, что когда мы молимся, мы верим в то, что получаем просимое у Творца. Это обещание Христа. Иисус не обманывает. Мне приходит на память евангельская история о незрячем попрошайке, мимо которого шел Господь. Он закричал: «Иисус, помилуй меня!» Все ему говорили: «Замолчи!» Но парень продолжал кричать. Иисус повелел позвать его к себе. Он спросил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Смелый Вартимей высказал просьбу: «Я хочу прозреть!» Иисус даже не прикоснулся к нему, но сказал только одно: «Иди, вера твоя спасла тебя». Незрячий поверил его словам, и сразу после этого его зрение восстановилось. Давайте следовать за Господом, потому что Он сказал: «Верьте, что вы получаете то, что просите». Потому что Его целительная сила доступна для нас каждую минуту. Господь с вами ночью, когда вы просыпаетесь, чувствуя сильную боль. Верьте в то, что Он слышит мольбу. Молясь, говорите: «Спасибо, Господь, за исцеление. Я полагаюсь не на ощущения и чувства, а на Твое Слово». Аминь.